Паводок пока Тобольску не угрожает. Произошло лишь незначительное подтопление построек на улицах Сакка, Иванцетти, Новой и Алябьева. Оно связано с промерзанием речки Слесарка. В настоящее время работники дорожных служб обстановку там стабилизировали. Комитет ЖКХ, значит, организовал уборку русла реки Слесарка ото льда от улицы Алябьева до улицы Ленина. Так как на многих улицах Нижнего Посада дренажная система нарушена, там активизировали уборку и вывоз снега с тротуаров и проезжей части дорог. Ежедневно дорожники доставляют на полигон до 50 машин снежной массы. В нашей организации проводятся плановые работы по очистке водных канав, промывке водопропускных труб, ну и содержание системы ливневой канализации.